Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Руни. Да, ребят, это пятна Чеса Шлепай 2. В общем, дорогие друзья, инструкция для начала давайте почитаем. Как защищаться от шлепы? Если придет шлепа, то он постучит в дверь и откроет ее. Защита. Спрячьтесь за столом в задней части комнаты. Хорошо, запомним. Как защищаться от бингуса? Бингус появляется на телевизоре. Светите ему фонарем вблизи, чтобы он ушел. Отключите лампу, и бингус больше не придет к вам. Вообще, то есть не придет? Интересно. В общем, как защищаться от попкэт? Если придет попкэт, вы услышите звук вентиляции и сообщения на телевизоре. Защита. Закройте вентиляцию с помощью кнопки. Хорошо. Что делать, если выключилось электричество? Умирать. Спасибо, имба. Вот прям обожаю. Свет выключился. Что делать? Если свет выключится, включите его с помощью рубильника в вашей комнате. Все, короче, понятно, все легко. О, даже такая анимация. Все, говорит, первая ночь. Я думаю, мы на изи пройдем вообще, как делать. Нафиг. Вообще думаю, мы первую. Нету, конечно. Тут я пройду, конечно, не 5 ночей, но пройду 3, наверное, можешь поменьше. О! Что? Привет! Это твоя 6-я ночь, в этом офисе. 6-я? Что? Поздравляю! Как видишь, офис немного обновился. Охереть, тут ходить можно! На улицу, и теперь тебе совершенно нечего бояться. Также мы заметили, что в твоей комнате немного душно, и добавили вентиляцию. Спасибо. Не волнуйся, если тебе дует, можешь закрыть ее с помощью большой красной кнопки. Понял. Ноутбук нажимать. С камерами мы отнесли в ремонт. Кнопка. Ведь он был сломан. Ой, ба. Ты спросишь, а как теперь смотреть камеры? А не зачем? Знаю. Ведь мы снабдили офис продвинутой системой сигнализации. Да вам просто лень было камеры делать. Кого? Кого вы обманываете? Твоя главная задача наблюдать, чтобы эта система не сломалась. Звук! Ты стала часто выключать электричество, но если это произойдет в твою смену, Посраться. Не волнуйся, у тебя есть фонарик, настольная лампа и запасной аккумулятор, но их хватит ненадолго. Постарайся экономить. Запасной аккумулятор, также у тебя что? В комнате есть рычаг. Если как под стол? Свет, потяни за него. О, лампа. Чтобы тебе не было скучно, я буду разговаривать с тобой каждый день. Okay. Ладно, о, пельмени! Найс. Или что, это пельмени? Шлёпа! Как? Куда прятаться? У меня не видит или видит? Как под стол? Меня бьет? Он ушел. Ладно. А чё у меня так мало процентов? Алло. Как что-то выключить? Это можно выключить? Оптимизация, конечно, тут не очень, я так скажу. Ну ладно. Так, он ушел. Когда в телевизоре пропадает эта надпись, он значит ушел. 4 утра, кайф. Но скажу так, оптимизация в этой игре, конечно. Ну ладно, это все равно. Это удивительно, что вообще. Че? Это первая ночь, вы че? Ура, найс. Опасненько как-то. О! Пошел нафиг! Круче, я его не должен видеть, да? И он идет, по идее. Но еще не ушел, вот. Уйди! Шлеп! Брау! Братан! Че он не ходит? А, все, он ушел, найс. Ура! Победа, мы живем. Все, победа. Ночь пройдена. Погнали дальше. Все, дальше. Сразу вторая ночь. Let's go. Очень понравилась игра. Очень классная, очень познавательная. Да, пройдем сегодня 3 ночи, думаю, даже. Почему бы и нет, так сказать, да. Так, появились. Алло! Привет! Снова я. Да. В прошлый раз я говорил тебе, что надо наблюдать за телевизором.
Ага. Ну так вот, к телевизору, который около двери, подключена система сигнализации. Да-да-да. Если в офисе что-то произойдет, то ты увидишь соответствующее сообщение на экране. Я уже это видел в инструкции и вообще сам уже понял. Что я еще хотел сказать? Будь осторожен. Сегодня сотрудники слышали какой-то странный скрип вентиляции. Так он и в первую ночь был. Все нашел. Но попытайся экономить электричество. Я правда не совсем понимаю, как это подбиваться, но вроде как очень быстро к столу подойти, что ли. Главное не бояться, ведь я все время на связи. И да-да-да. Если произойдет что-то важное, то я тебе расскажу. Окей. А пока нет. Он даже не попрощался, ну все. Вообще. Где там этикет, там туда-сюда, там соблюдать. Ну он пошел в баню нафиг. Так. Я могу бегать, мне нравится, это кайф. Это весело. Я его не вижу. Я на теле... О, всё, домой. А чё так легко, алё? Вторая ночь, первая ночь, то сложнее было. Где отсюда? А чё мне делать? А, он ушёл, пофиг. Ты чё, офигел? Офигел он, что ли? Так. Вот так будет стоять имба просто будет. Это мой. Так. Все. Имба-имбе, сейчас просто тактика. Так стоять. И телевизор человек будет так будет светить, и все. Или лампу, не знаю, посмотрим потом. Домой просто, ребят! Все, домой. Камбэк просто, ребят. Хорошо, третья ночь. Как я обещал, прохожу. Ну, может, вся ночь пройдем. Ладно, посмотрим. Может, и все пройдем, ну не знаю. Так. Я появился. Привет! Здорово! Мне надо сказать тебе несколько важных вещей. Давай. После того, как мы прогнали шлепу, ага, у нас началась полоса неудач. Ну, естественно, шлепа это хайп. 90% наших клиентов. Ага. Сотрудники начали увольняться. Ага. А также сегодня произошел инцидент. Что? В мониторах снова появился лысый кот. Уйди! Фонариком. А, фонариком? Но он появится на телевизоре. Да ты шо? Ты не мог раньше сказать? Алло, зачем вообще лампа тогда? Зачем вообще лампу? Зачем лампу вообще придумали тогда? Или это от шлёпы? Хотя зачем? Зачем лампа-то? Будет появляться на телевизоре. Свети ему фонарём вблизи. Все, я понял. Вблизи, все. Вот так и будут стоять. Да, давай. Мне надо сказать тебе несколько важных вещей. После того, как мы прогнали шлепу, у нас началась полоса неудач. Мы его не дослушали, давайте. 90% наших клиентов, сотрудники начали увольняться. Ну да, а также без шлёпы очень плохо работать. Произошел инцидент. Угу. На мониторах снова появился лысый кот. Нам удалось его прогнать, посветив на него панель. Возможно, он появится ночью на твоем телевизоре. Прогони. Ё-моё. Я думаю, что если ты включишь лампу, она как раз будет светить на телевизор. Что? И не давать лысому коту появиться. Что делать? Постарайся вовремя защититься от него. Ведь мы до сих пор не знаем, что он может. Постарайся экономить электричество. Алло. Напоминаю, когда выключится электричество, имба, тебе придется выключи быстро сходить и включить его в седьмой. А там я закрыл или открыл? А это очень небезопасно. И запомни. Да вы задолбали. Главное. Никогда не ходи в пятую комнату. Даже не приближайся. Окей. Что за дичь? Что так сложно играть? Встало. Вот легкая игра уже не очень. Уже сложно, все. Все. Шлёпа уже не то, шлёпа реально жёсткий стал. Сложно стало играть. Все, ребят, кто начал встать этой ночью уже, это серьезно, давайте. Давайте, кто? Три часа мне, 56% всем боя, я живу, покажу, давайте. Кто на меня, кто, давайте. Кто ты? Давай. Бизаро. Так, домой. Домой! Ну, шлёпа, давай, где шлёпа? Давай. Нападайте, давайте, я вас не боюсь вообще. Давайте. О, наконец кто-то пришел. Шлёпа, я думал. Окей, стоим. А то что-то долго никто не приходил. Ну ладно. Так. Шлёпа. Ладно. Так. Хорошо.
Оба. Так, давайте, давайте, кто еще? Шлёпа, братан! Так, шлёпа, уходи. Все, пока, шлёпа. Осталось у нас еще, в принципе, 20 секунд. Нормально, живем. Мог, кстати, уже закрыть, все равно я выживу уже. Чтобы было кайф, все. Ну, все, можно уже закрыть, и все. Я победил, Ночь пройдена. Ладно, давайте еще сыграем. Да, все уже пройдем. Все, раз так легко, я хочу все пройти, как бы, да. Я хочу уже все проходить. Давайте. Я готов все проходить. Я родился, кайф. Так. Алло, привет. Я же обещал, что буду разговаривать с тобой каждую ночь. Да. Так вот, сегодня у тебя будет самая трудная ночь. Даже не спрашивай, откуда я это знаю. Почему? Просто постарайся быть... Ты с ними заодно! ...внимательным, и у тебя... Рил сложно. Рил. Да, кстати, половина сотрудников уволилась. Видимо, им не понравились условия работы. Сложность только в свете, скажу так. Раз, поэтому... Директор решил урезать твою зарплату. Чего? Три раза. Но сколько? Я увольняюсь, иди нафиг. Я увольняюсь, ты офигел, ты не ценишь мой труд вообще. Восраться. У нас нет денег, чтобы оплатить его. Ну ладно, удачи. Здорово, шляпа. До завтра. Иди нафиг, я увольняюсь, все. Офигевший боже. Три раза урезать зарплату, нормально вообще. Тун. Так. Мне нравится, что как бы можно ходить. Это прикольная механика, мне это нравится. 3D FNAF пародия, это прям кайф. Мне это прям нравится. Ну, в принципе, что могу сказать? Три часика, кайф, никто не идет. Прекрасно. Так, шлёпыч. Так. Шляпа. Привет. О. Пока. Нормально, живем. О, так и знал, кстати, только хотел сказать, попкайт придет скоро. Так, давай. Попкайт, все, минус попкайтик. Живем, пацаны, 4 часа, ребят. Я считаю, за это тупо лайк можно поставить, за такой контентик, что я сразу 5 ночей прохожу, реально. И считаю, можно реально лайк поставить. Ошалеть, попкайт. Все, домой. Давай, попкайт, пропадай. Все, минус попкайтик. Живем, ребят, почти 5 уже утра. Мы живем. Я очень рад, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, ребята, шлёпа придёт и съест ваши пельмени, ребят. Нет. Это самое страшное, я боюсь больше всего этого. Вот это выключение света, это самое страшное, самое опасное, что может быть. 15 секунд, кто придет, давайте, кто... Я, по крайней мере, могу закрыть уже? Да, давайте. И... Победу! Кажется, электричество во всем районе выключено. Как включить? Теперь ты уже не сможешь включить его с помощью генератора. Почему? Рубильника. И, кстати, о, ты чё? Уволен. Прости, чего? Наша компания закрывается. Блин, чё я там открыл? Надеюсь, ты не забыл, где оставил ключи. Блин, что я открыл? Если хочешь, можешь, конечно, остаться, но с минуты на минуту здесь будут гости. Успей сбежать. Чё, фонарик сломался, нет? И что? Не могу закрыть? Нет, нельзя. И что вообще тут происходит? Шкафчик. А, вот шкафчик я открыл, боже. Так. Так не проблема, всё, включим сейчас. Погоди, а выживания не будет? Тут еще какой-то таймер, по нему меня за это время убьет. Так, это мы смотрим. Да меня сейчас убьет уже 100%, вы чё? О, 7-я, мне нужен 7-ю, кстати. Ого. Так, куда бежать вообще? Куда бежать? 7-й комнате, ну. Или в 6-й комнате, типа, все домой. Можно. Выйти домой. Куда бежать-то? Куда бежать? Я сейчас вылезу, тогда куда бежать? Шестая. Ну, 7-й мне надо. О, что там? Ооо, кайф! Все, можно умирать, я увидел, что я хотел. Все, давайте в уголок спрячемся. Оу, но меня убили.
Попытка номер 20. Ладно, попытка номер 2, поехали. Так, сейчас будем нормально искать. Так, тут надо, как понимаю, ящики смотреть. Или что, я не знаю. Так, в общем, мы должны найти комнату номер 7, мы через нее можем свалить. Опа, имба. Так, это мы вышли. Окей, все понял. Кстати, нам еще же можно на камеру 5 ходить. Туда, говорят, нельзя. Ну, по идее, там просто, наверное, смерть будет, и все. Так что, не особо смысла туда идти вообще. Так. Угу. 6-я. И тут у нас 7-я вот комната. Так. Вижу. Так, а что мы... Где? Скажите, пожалуйста, вы... А вот выход домой! Или это не выход? Да куда фонарь? Куда ты? Так. Выход где, пожалуйста? Скажите мне. А где выход, алё? Скажи, где выход? О, что? Опа! Вот это шлёпа вообще накачанный. Качок. Так. Фонарик, ты чё офнулся-то? Так. И чё, под стол залез наконец-то? Так. Ничего не понимаю, если честно. Это, наверное, самая сложная ночь будет для меня. Что я не могу нифига найти ничего. И сейчас будет скример, давайте. Готов! О, дверь! Я почти сбежал! Я мог сбежать, я тупанул. Сразу побежали. Так. Тут где-то была дверь. Смотрим все углы. Так. Дверь. Тут прям можно было дверь открыть. Я очень люто тупанул. Так, у нас мало времени. Вот эта дверь, по-моему. Или нет? Где дверь была? Какая это была дверь, которую я мог открыть? Я прям был около выхода, стоял и тупил жестко. И что там? Мышка. Так, давайте. Нужно искать дверь. 8-я. Так. Фонарик бесишь. Так, дверь. Давайте, мне нужно на 7-ю, да, наверное, попасть? Окей, давайте, вот я сейчас тут, наверное. Так, пошлите. Камера 1. Все, пошлите. Тут, камера 6. Тут, камера... О, все. Так. Такая обширненькая комната, в которой... Дверь, да? Да не, что за дичь? Что я тогда мог взять такое-то? Боже мой. Так, ладно. Так, еще и шанс. Еще шансы есть. Небольшие. Все. Бесит. Я не понимаю, что делать, ребят. Вообще нифига. Боже, как это делать? Скажите, пожалуйста. Что это должен делать? Давайте послушаем еще раз. Я нифига не потому что не понял. Электричество во всем районе выключено. Ага. Теперь ты уже не сможешь включить его, угу, с помощью генератора рубильника. И, кстати, ты уволен. Прости, но наша компания закрывается. Выйди из офиса. Надеюсь, ты не забыл, где оставил ключи. Если... А, вот ключ! Остаться, но с минуты на минуту... Ключ! Я взял ключ! Чё? Быстрее ключ свалю. А где дверь-то, ё-моё? Короче, у меня есть ключ, имба, это имба. Так. Так. А может наоборот, типа, он меня обманул, и он за них, и типа я должен через 5-ю свалить, ребят. Давайте попробуем. Так, тут шлёпы. Время тикает, я в курсе. Так. Так, 1. Сюда. Сюда, и это у нас какая-то комната. Так, что у нас тут есть? 5, вот 5, все. Ой, я прошел. О. Так. Так. И. Блин, это концовочка получается, да? Вот что вот. Секретная концовка, что? Как это может быть
Я что-то не понимаю, но я прошел игру. Ребят, это топ-контент. Я прошел игру еще на секретную концовку. Окей, найс. В общем, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот мы еще и прошли на секретную концовочку. Я даже не ожидал этого. Ну, в общем, мы это сделали. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я закрываю уже, получается, этот плейлист. Тут, да, в плейлисте будет всего лишь одна серия, но все же она получилась очень крутая. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.